С одной стороны, можно сказать, что пропустить гол в добавленное время, естественно, это обидно, неприятно. Вот. С другой стороны, если трезво, скажем так, оценить всю игру, думаю, что очков все-таки это копилку. Вот. Наверное, нужно более, все-таки игра эмоциональная была, и я очень много эмоций потратил. Объективно трудно оценить, но то, что я как субъективно воспринимаю, как этот матч, наверное, он и был ничейным. Анхель, безусловно, создал давление, но гол-то пришел после того, как мы нарушили правила, да, то есть не обязательный такой фол был и розыгрыш штрафного. Но в целом мы не смогли давление, которое создал Ахмат, отвести от своих ворот. Все-таки, ведя 1-0, я думаю, и выпустив вперед трех свежих игроков, я думаю, нам было более чем по силу сохранить этот результат. Большую часть игры дали Ахмату контролировать мяч. Вот. Но в то же время эпизоды, когда мы применяли прессинг, они были в нашем исполнении осознанными. А вот во втором тайме уже явно не хватало сил, чтобы на свое усмотрение варьировать этот ритм. С другой стороны, таких голевых моментов Ахмат в результате там комбинаций особо и не создал. И это понятно, потому что мы оборонялись широким фронтом и низко сидели. Сложно как бы взломать. Я думаю, что поворотным пунктом, кто расшатал нашу оборону, это был Бериша прежде всего.